9 апреля состоялась прямая телефонная линия с главой района. В этот день Владимиру Дученко позвонили 5 жителей района из Курагина, Шалаболина, Большой Ирбы и Краснокаменска. У каждого из звонивших было не по одному вопросу. Их интересовал ремонт дорог, предстоящий паводок, судьба здания в поселке Курагина, в котором раньше должен был располагаться спорткомплекс и многое другое. Например, один из обратившихся внес предложение присвоить Курагинской больнице имя бывшего главного врача Виктора Ананова. Все поступившие вопросы и предложения зафиксированы и будут переданы для работы специалистам.